Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, ну что, отправляемся прикончить мать. Вынесли ее батареи, теперь она без подзарядки осталась. Так, а где у нас находится? А, там она. Так, а там что наверху еще? Ну, братки тут бегает и кошечка. И все. Так. А, туда есть батарея была ешная. Под названием Ангел, блин. Три штуки аж. Батарея проще просто выносить, надо просто стрелять по бакам. Во, вот она, она. Помню тебя. Игры кончились. Чё, червь? Ух ты, фу. Нехорошая, гори. Ну, ты будешь гореть из воды. Там потушки спотыгнали. Так, как у нас щит? А, вот. У меня щита-то нет, у меня же это стоит, блин. Как его, блин, она сейчас. Барьер же. Так, возможно, сейчас быстренько можно. Вот у нас энергетический щит. Я его, кстати, прокачал немножко. Надо докачать его, кстати. Так, стоп. Сейчас, сейчас разыграемся. Щит у нас. Блин. Хватай пушку, блин. Так, а где мой щит на чё? Это у нас. У меня щит не включается почему-то. А, блин, я на то жал, офигеть. А как там мой щит так быстро вынесла она? Стопы. О, как он не прокачан, я же. Блин, у меня все настройки сбились. Офигеть. И теперь у нас все по нулям, блин. А вот же подстава-то, а. Блин, переигрывать миссию, конечно, неохота. Ладно, так будем разбираться. С матушкой. Да уходи, уходи. Нет, так, конечно, уже поболее будет сейчас. Ворачивайся, ворачивайся. Лети, шухер. Так, патрушки, что там? Набери пушку. О, тут еще эти появились, что ли? Блин, все, понял. Уворачивайся. А, блин, беги же. Замедление наше. Так, быстрее пушку, пушку, пушку подбери. Уходи, уходи же. Стреляй, стреляй, стреляй. Закончись, закончись. Жарю, жарю сучку. Все, хана. Ах ты, блин, пана. Использую рук, чтобы. Блин, ну я что, не засчиталось, что ли? Блин, вот подстава, да? Вон он. Вылазь оттуда! Зажарит же. Блин, там же почти добил я. Прямо подстав, подстав. Будем рывками уходить.
Это рывок же. Выскакивать туда. Все, нам хана. Да, почему рывок не работает? Да вздыхай давай уж. Конечно, да. Да, но почему рывок не сработал? Сейчас все нормально работает. Я моментально все выносит, да? Я хотушечку. Мало дала. Мало дала. Мало дал. Блин, ну конечно, щитом-то вообще подставал уж. Почему сохранение, блин? Владелец мой, блин. У меня там щит бы по максималку прокачан. Так, ну сейчас я не жив. Ходим, ходим, ходим. Блин, ну почему щит отключается-то, блин? Она там жарит, а? Как прижимает у нас. А, понятно, у меня там это заканчивается. Моя энергия. Ну что, где ее, ходи. Да, не хватит, не хватит. Дай пушку, пушку дай. Щет. Пускай, уходи, уходи, все, ханай. Лови. А что-то я вообще, блин. Надо, конечно, ботов тоже валить, блин, по барабану, да? Да, неудачное начало, блин. Вообще ты там подстал щитом вышел, блин. Щит не включается. Кто включается, не включается. Не ошибись. У тебя энергия все на месте, блин. Сейчас включился, да? Нет? Почему опять нет-то, блин? Игра, ты что, прикалываешься? Сейчас включается, блин. Что заранее вырубать его, блин? Блин, пушка говно, блин. Так, сейчас мы все этих ботов завалим сразу, бля. Щит. Охеренный щит, бля. Не, не буду ставить на паузу, буду добивать так. Блин, эта игра нам здесь подставу делает. Давай, энергию, энергию, энергию. Да, все оказалось проще простого, но вот игра, конечно, чудит немножко. Ну ничего, в каждой игре есть свои косяки и свои плюсы. Так, ну где наш братишка? Это кто? Король? Ну ладно, поворачивай обратно, я мечтать не вредно. Ну грязный старикашка, король трафика. Он глава этого, а, глава этой зоны. А что, мать не глава что ли была? Мать просто так была. Аппарат. Так, ну найдем этого, а, найдем брата, значит, так что-то здесь можно взять пушку нашу.
Что мы там взяли? О, теперь у нас не замарать, теперь у нас поджигатель, да? Ну ладно, поджарим. Так, наверх. Так, ну этих бутов можно порезать. Нашим мачетом. Точнее, катаной. Так, пышка нормально, так я вообще не пройду. Так, тут я не пройду, или может теперь пройти здесь. Здесь проход ничего не открылся, да? Наша, да, молотилка. Мы тут все уже перемолотили все оружие. Ну, а там хоть с другой стороны на воде. Или может здесь можно получится. Так, нам... Может, точно сейчас можем пройти? Хотя проход здесь открылся. А, здесь тоже. Окей, значит, сюда. Беги, 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 беги. Даблкил. Так, что это у нас? Жизненная пушка нормальная, я попробовать хочу. Так, сезам, откройся. Ну, сейчас хватит. Не, мало, для щита мало. Надо еще немножко. Еще пару ящиков набьем, вот они как раз стоят. Открывай, открывай. И все кинем на наш щит. Это что такое? Сломанный модуль? А что он дает? Ну-ка. Так, смотри, этот модуль взломан. Внутри клетка система. Ага, жизнеобеспечение. Перевозка людей. Может, там братишка и был. Хотя, похоже, уже там показывали тогда. Так, все, уходим отсюда. Так. Замкнулся. Ноги, брата. Раньше было убей босса, теперь ноги, брата. Так, резак. Не надо нам резак. Нам и так. У нас и так есть резак. Так, старикашка. Или кто-то. Да, он самый. Король трафика. Ты упрямый кусок мяса. Да-да-да. Убийцы из триады? Ваш выход? Что, новая банда, что ли? Ну да. Триада. Вау. Ну, типа по куче, конечно. Триада. Пора умирать. Ну и вам тоже. Убийцы триады. Ну, понеслась. Поджарим вас. Гори-гори, ясно. Какие шустрые, да? Они шустрее нашего огнемета у вас. Или что же пушка там не понятно. Не добежишь. Этого мы зарежем. Это что, киборги какие-то, что ли? Там что-то искривость у них что-то. Это необычно, да, значит. А прикольно жарит, а? Даже лучше, чем заморозка. Давайте больше. Так, все, окей. Дробовик отпускаем. Ладно, не увлекаемся. Так, здесь у нас дробак берем. Так, где там еще поуглублялись? О, мясо, мясо. Так, красиво улетает, да? Так, а что нам птички не дают, а? Жмоты какие-то. Так, сзади идет. Отошел. Назад падает. Ну, этого режем. Птичку, спасибо. Ребята, что тут появился? Так, что там у тебя? Попробуем. Типа шустрый. Но не быстрее наш. Мы тоже умеем и так делать, и сяк. Это что же пушка у нас? А, это заповая пушка, да? Так, а что, всех ушатало? Так, здесь ящики есть. Это еще один покемон. О, невидимка, что ли? Улетел. Я отклонился, так как. Мне там добро, я хоть собрал, нет? Так, огонь это был. А, огонь. Обученный убийца. Ну да. Двигай, дружок. Ты нужен брату. Вот и выход с этого завода, да,
Или там у тебя что-то появится. Вроде никого. Пройди через ворота. Я просто хочу посмотреть, может, ящик есть. По-любому где-то должен быть. Не один же тут здесь должен быть. Так, нормально. Ну, походу один. Че, перемолотим это все оружие. И получим какое-нибудь хорошее. А ты что, не достаешь, что ли, да? А, не достает. Сейчас на прокачку нам хватит. Нашего считаем для пушка. Давайте. Блин, это заморозка, что ли? Ну, возьмем пофиг. Так, давайте прокачим. Чего? Чего так мало-то, блин? Вот же. Ну ладно. Заходим. Вот я с вами сейчас выберемся. Смерти 50. Откуда это так, блин? А, грузовая зона, блин, Ханза. Да, мегазавод продолжается. Не, окей. Посмотрим. Ну, пойдемте искать братишку. Нам бы тут не заблудиться, конечно. Открывай. Правильно? Так, ну тут можно взять, кстати. Собираем нашу карму. Линия. Братишка. Так, его что, значит, тебя утащат, да? Блин, надо успевать тогда. Да, вон он двигается. Окей, бежим. Да исчезнем, надпись. Так. Кто там у нас? Это что-то молотилка? Новая? Во. О, мило. Вампир. Так, эти паразиты высасывают твою... Офигеть, это не наша молотилка. Расплющит его, сукин сын. Окей. Пока не высосала, да? Ну что, заморозим их. И потом разобьем. А он что, заморожен и перемещался, что ли? Зарублю, блин. Еще один упер. Другой был. И все, еще появился. Да, хитрый, да? Шустрый, ну быстрее. Рубим кусочки. Так, какую пушку взять, а? Угу. Так, отследить модуль брата. Так, кто там? Еще один. А, это наш молотилка прилетела. Ладно, давайте перемолотим все это дело. Да блин, хорош бросать оружие, возьми что-нибудь и молоти. Так, все собираем. Ничего не оставляем, давай супер мега пушку. О, дробовик, отлично. Ладно, идем дальше. О, там пушечка. Хотя у нас здоровье так нормально. Так, бежишь.
Нафиг я на него стратил патрона. Так, немножко подзарядимся. Ну, здесь будет мясо, походу. Кто там? Капсулы, блин. Они его наверх забирают? Ну, окей. Каким образом? Покажите, расскажите. А, ближний бой, иди сюда. Ой, блин, игра. Ты что-то у нас чудить начала. О, какого фига, у меня геймпад включился. Эй, чё же бред? Да, чудеса произошли. Геймпад почему-то отключился от игры. Попади же. Ха-ха, шикарно пожарили. Это опасный чел. Дайте рукопашку зарежу. Забыли, спасибо. Что здесь у нас лежит? Так, а что тут мало хп, да? Офигеть. Они что, почулить, у нас жизни мало, и так зарашили меня так? Прям налетели, блин. Так, появилось. Да взорвись ты. Так, здесь у нас пушка лежит, можно ее взять. Поморозить немножко их. Заморозка. Так, отвали. Подказывайся там сзади там. Так, эту выносим. Где она? Взрывайся быстрее. Отличная жизнь. Это шустро, да? Дробовик возьми. Так, появился, вылетел. Наверное, упрощался, так еще не все. Так, что двоих? Эти лежат. Улетел. Все. Нет, еще не все. Глянем, где мясо остается. Запечатали так. Все. Уровень пройден. Продолжим. Так, как нам наверх? Здесь проход откроется? Да, открылся. Ну, а не-ка, идем. Главное, ящик не пропустить, если есть. Че на них товарищ патроны-то? Он их просто мачетом, катаной. Или что-то там на срезак. Пустить кровушку им. Спаси, брата. Теперь уже не найди, да, спаси. Там откройся. Да, здесь, походу, здесь тоже что-то будет интересненькое. Так, опять старикан появился. Так, я видел, как ты час назад умер. Че? Да-да-да. Скоро мы до него доберемся. Может, сейчас появится? Или кто-то. Во, инжи. Нормально. Так, у тебя, похоже, с ближним боем будет. У нас будет такой, да, типок один. Похоже, с ближним боем один. Это тоже. Просто надо от него на расстоянии держаться. Ничего сложного не будет. Пушку возьми. Ну,
Ну, поблизости тоже можно вырезать. Упс, достал. Ну и бай-бай. На колени. Ну, я полежу. Он нищий умер. Это на... Ох, новенькая. Так, здесь ничего, да? Ладно, двигаемся дальше. Так, стоп, я сейчас проверю, да, можно немножко прокачать наш энергощит. Так, это лифт, да, он самый. Братишка, мы идем. Держись там. Так, бегуна будет? Никого, что ли? Это еще один лифт. А, еще выше. Ну, ты приехали. Так, сезам, откройся. Ты тоже. Вот, отлично. Так, он вниз, да? Да. Так, твоего брата не видно. Черт, где же он? Куда он делся? Чего, не отслеживаться больше? Найдем, найдем. Так, и тут что-то будет сейчас интересно. Трупики, кругом одни трупики. Что здесь у нас? Молот. Так, здесь пушка интересно лежит. Опять отключился, что ли? Че же нафиг-то, блин? Так, оказывается, блин, батарейки сели. В каком веке живем, блин? В каком году, бля? На геймпаде с боссом до сих пор батарейки, блин, используют. Просто жесть. Так, че же вертушка там летит? О, дедуля, что ли? А нет. Перепутал. Вы что, мне хотите вот закидать своими присосками? Оп-оп-оп. Окей. Не попадаться надо. Гори-гори. Прожать не попадаться надо. Мясо, бухамсай. Ага. Опять начал пожариться. Блин, сзади оказался. Жарим их. Хрустящей курочкой. Ага. Горячо, да? Это что там? Пацанчики. На блин, заларишь. Дробовик, спасибо. Так, нам тут кое-что летит, да? Где она? Так, эти опасные. Выносим сразу. Режем. Выстоял, лег. Так, что, уровень все? Бля, долго разыгрался. Ладно. Так, что, открывается, нет? Вот, а наша великая молотилка. Ладно, сейчас мы тут подшаманим. Так, перемотил все оружие и выпал нам гиена. Огнемет. Все мощный такой, фиолетовый аж. Поджарим тут все. Давайте уже здесь остановимся. А продолжим сам в следующей серии. Благодарю за просмотр.
Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.